Я в Иркутске и думаю о том, как жизнь дает такие редкие подарки, такие необыкновенные приношения. Иногда, когда я в Иркутске с сыном 10-летним и живу в районе, в котором я фотографировала в 2006 году старые дома. Сейчас там некое количество новых домов, построенных в последнее время, кирпичных. Иркутск изменился очень сильно, конечно.